Так, выносим из бани дровишки. Арабский шейх. Что поснимать? Снимаешь? Да. Поснимай. Что поснимать? Электрику? Да, что, вы тут свет провели в деревне? Электростанция? Вау. Ну, кстати, гениально. Мама, а мы еще вот это хотели сделать? А вот этот вот ручок? Какой-то палку убрать. О, кустик, смотрите, расцветает. Которые светленькие на концах. Видите, красивые? Да. Мы еще вот это. О, какая делать. Красота. Вот это. Что у нас тут происходит? Разборка. О, опять пыль летает. Дай-ка я зайду. Покажу. Тут в этом помещении тоже вагонку уже убрали. Мама, а что такое вагонка? Ну, вот эта желтая доска, которая была все прибита, помнишь? Какая желтая? Ну, вон желтая лежит, видишь, вон там такая. Досточки такие красивые. Вот она еще здесь осталась, Леша. Вот вагонка желтая, видишь? За печкой. Вон там, видишь? Да, что, вот эта вагонка. А это печка? Да, а печка. Алёша, не надо, не надо. Тут все пыльное, грязное. И куда ты полезешь? Ай, не надо, Лёша. Лёша, не надо. А почему? Ну, лавки какие-то грязные. Куда ты лезешь? Фу, и гвозди еще, может, где будут. Пошли. А почему через дверь? А, вот потолок страшный. Без двери. А он... Да, вон, а что тут дырка дверь, получилась, вообще не знаю. Дверь. Снимали доски, что-то все разломалось тут что-то. А где доски? О, вон, кстати. Дима, вон доски красивые лежат, вы не нашли. Вон одна, одну я вижу. Точно, да. С узорами, смотри, они на дне. Вот там, наверху, да. Во, видишь? Раз, ага. Два. Вау. Все. Узористые. Мама, стой там. А тут что? И вон досточки, мама, смотри. Стой. У нас тут тетенька одна сегодня вагонку покупала. Скандал устроила, что типа гнилая вагонка, а сама все забрала. Хотела бесплатно, наверное. Аня, кидай. Папе отдай доесть. Печка во какая. Ой. Труба. Печка как-то сложена. Что? Ну, привет! Я вижу. Мы видим тебя, да. А теперь меня! Какие-то тут вон ходы, это так надо, или что это такое? Странная какая-то печка. Прям разваливается. А может, так надо? Хотя вряд ли, дым же не должен идти в помещение. Короче, печка строилась непонятно кем. Ну, какими-то алкашами, видимо. Потому что тут все так строилось раньше, в 90-е. Вот такие дела. На тебе конфетку, кстати. Мишка в лесу. Не, я не хочу. Леша пускай идет, смотрит. Ты меня там увидишь. Ну давай уже. Иди туда. Идем. Осталось немножко дровишек убрать и все. Вижу, вижу тебя, молодец. А я не вижу. Так ты сюда встань, увидишь. Ой, Аня, ведра. Вижу, залезь. Все видно. Не надо выше. А на вот встань, где я стою, увидишь. Ну вот и баньку разбираем. Только не мы. Дети быстрее побежали смотреть. О, доски, видишь, это с пола доски.
Вот такой запашок тут, конечно. Это же дерево. Сейчас иду, иду. Так, тут нам ничего не прижали. Подождите, я первая. Что тут? Двери валяются. Давай переодеваться. Окошко, о. О, и иди сюда. О, это мы потом выкачим. Вау. А давай мы играем в телевизор. Где-то в телевизор. Это была бы... Туда. Слышь, аварийная беседка. Посмотри, что там. Пойдем мы сюда? Куда мы же пойдем? Посмотрим. Ну, подожди, зайка. Стой. Ну, ладно. Вот это все какие-то палки. Так, осторожно, тут не ползайте, тут гвозди, посмотрите. Какие. Я даже иду. Ой, издалека, как красиво. Я Аня, вижу и тебя. Ну, а. А ты там торчишь, да? Ну-ка, а что вы скажете? Нравится? Угу. Ну прикольно, если бы тут такие досками все уложить. Пол был бы такой смешной. Я вижу ее. Во всех путях. Как себе сделать? Телевизор. Телевизор. Вообще-то это еще будут разбирать. Ну, столько места, кстати, будет. Так, а печку там не трогали? Давай туда пойдем. Нет, печка стоит. Не, ну, сходите аккуратно, только на гвозди не наступайте. А мы с вами? Я что, с ума сошел? А что это тут такое? Я знаю как. На гвозди либо смотришь. Так, ну лучше так не делать. А что это за пеньки какие-то? Ага. Ой, Леша, руками, ты что? Папа, подними его. А что, он тебя убрать может? Нет, я сам хочу. Нет, папа пускай тебя подсадит, а ты станешь. А я твой. А меня? О. Ну, меня. Давай, прыгай, если мягко там. Ну, прыг. А как я буду сидеть? Ну, папа тебя потом поднимет. Мама, а как это мы могли вот так сделать? Ой, не надо, там может что-то в капюшон еще насыпать. А я могу уже вылезти. Угу. Поэтому все хорошо, окей. Сразу а тут так стало просторно. Воздух свежий, правда? Да, мне кажется, какой-то воздух. Вот куда я хотел. Ну, гляди осторожно там. Вот тут такой фундамент на этой печке. Мама! Что ты там застрял? Смотри, куда я залез? Так я вижу. Осторожно. Ну куда ты лезешь, Лёша? Сейчас посыпется он, всякая гадость. Вылазь. Фу, хорошо, что я обошёл. Угу. Куда он залез? А там за сейчас... печкой ходит что-то. Папа! Мама! Кто стоит? По луже ездим. Так, Аня, твоя очередь. По луже поедешь? Ну, вперед! Ну, давай. Ботинки, главное, чтобы были сухие. Ноги не намачиваешь, алло? Все, ладно, пошлите дальше.